Всем привет, и это у нас следующая новая игрушка, которую я прохожу до конца, потом ее постепенно выпускаю. В данный момент такая, я думаю, она не слишком большая и коротенькая. Посмотрим, на что я способен в этой игре. И, как всегда, записываю слишком уставший. Как обычно. Будет мне вторая, третья часть, не знаю, ну, возможно, появится. Ну что, начинаем играть. Загрузка. Глава первая. Прекрасная бабочка. Вот мы за грибами пошли, да? О, грибочек нашли. Так, вот грибочек, да? Подожди. Прыгать, Z, взять грибочек. Хорошо. Удобно нажимать-то на Z. Да, я бегаю. Опа, прыгаю даже. О, грибочек. Видал? Я грибочки нахожу. Бабочка какая-то прилетела. Эй, братан, куда побежал-то, а? Видите, там бревне кто-то живет. Мы обратно же... А, не вернемся. Куда ты там, блин, тут спускаться надо. Мы же все собрали. Вот эта музыка, секундочку. Не, продолжи, значит, пока так. Так, и что у нас здесь такое? Его поймали. Это музыка. О, это бабочка была. Простите. Так. И чё мне? И нафиг я взял эту? Секундочку, так нереально играть. Давайте выходим, настройки, музыка и звук потише сделаем. Очень. И почему у меня разрешение меняется? Так, играть. Где я начну я? Главное, прекрасная бабочка. А, мы все сначала начали, понятно. Извините за такое, ну ладно, ничего страшного. Я думаю, тут не произошло, мы ничего не потеряли. Почему-то настройки звука нельзя менять во время... Вот что проблем. Так, иди сюда за грибочками. Так, грибочки. 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 И бабочка появилась, господа. Вот она, бабочка снова. Обманывает нас. А мы под музоном хорош побежали дальше. Давай, побежай, 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 побежай. Тут кто-то живет еще раз. Здорово, мы потом дома погуляем. И тут открытый домик в деревне. И она туда залетела. И такой ужас сейчас увидим. Опа, она, брат, это как он? Смотрим, его одевают ошейник. И увозят. Ай, блин, мамочки, что делаете-то снова-то, а? Подбираем грибочек. Зачем, не знаю я. А, все, значит, больше никуда не попаду я, да? Это грибочек, но я подобрал этот грибочек. Что мне надо делать? Третий раз. Грибок, да?
Так. Да ёб твою мать, а. Так, подожди, подожди, подожди. Значит, сюда надо. Тело, да? Так, я достал. А? Ой, как-то неудобно, скажу честно. Вообще неудобно. Что это? Не, никак не подбираю я. А что мне надо подобрать? Подожди. Вот это он танцует, а? Я понимаю, что нет. Но музыку надо сейчас еще почище сделать. Так, секунду, тут что? Ничего нету. А ты сразу не мог это сделать? Где идет сохранение? А, вот, мы тут вышли. Замечательно. Так, погнали дальше. А, во-во, тут и тут есть, смотри, там, тут у меня за мной поглядывают, ай-яй-яй. Так, это что у нас, ничего? Ай. Ёптвою мать, как же опасно было. Так. Подожди. А, я не допрыгну здесь. Вот ты, мальчик, молодчина просто. Так, а вот это я не думал об этом. Ладно, хорошо. Дальше сюда. За грибами, блин, пошли, называется. Там какое-то чудо сидит, а? Ой. Опа-на, вот это да, вот это страсть. А я что делаю? Ну, видны листочки. И чё листочки? И как мне приподнять их? Здорово, пацан. Да ёб твою мать, а. Я не понимаю, что сделать-то надо с этими цветочками. Понятно, он вовсе в любом случае, да? А что цветочками это делать, да? Точнее, не цветочками, а этому. То есть я подобрать что-то могу, что ли? Подожди секундочку.
Что-то я не понимаю вообще ничего. А, подожди. Секундочку. А если я их положу сюда? Простите за мат. Очень сильно извиняюсь. У меня тут просто музыка. Прикольно они сделали, конечно. Так, хорошо, бежим. И как мне это сделать? Что, правда, мне это так сделать надо, что ли? Да пока я это нажимаю, у меня поймал. Как это работает-то, а? Так, секунду. А я могу сюда попробовать убежать? Понимаю. Так, подожди. Походу, дело мне надо бежать. Нет, я понял, понял, понял. Теперь что мне надо делать? Я понял, что мне надо делать. И что я будешь делать, блин? Жук проклятый. Прощай. Бабочка, прощай. И что ты будешь делать, блин? Да-да-да. Загрузка. Глава вторая. Нифига себе, уже глава вторая. Мрачные стороны леса. Опа-на, здорово, братан. Здорово, братан. Как дела, братан? О, блин, здорово. Ха. Братан. Так, мясо надо пожарить, да? Так, что тут надо сделать? О, здорово, ты чё, куда полез-то, блин? Вот что-то нашел я. А зачем мне туда, я не знаю. Братан, ты любишь? Не?
так вот там лунную полотку, это как его, походку делать. Я фиг узнаю, что делать где-то. Я не понимаю, где сюда. Дальше выходим отсюда. Братуха, здорово, блин, где ты там? Во-во, здорово. Давно не пойдешь гулять? Гулять пойдешь? Не? Ну ладно, как хочешь. Так, а что дальше делать-то? Не понимаю. А их можно выбирать? Не? Нельзя выбирать? Ну ладно. Верненький упал. Так. Так, здесь нужен ведро. Палка есть. Ведро есть. Замечательно. Берем. Вот, набрали. Замечательно. Здорово. О, тут жертву какую-то надо приносить, да? Так, ну что, погнали. А зачем потушил я? Братуха, я к тебе в гости опять. Иди сюда. Как тебе наверх забраться-то, блин, а? А музыка тут классная вообще-то. У него домики-то. Ну ладно. Самое главное, что он меня не трогает, и все, фиг с тобой. Да? Ну погнали дальше. Блин, падаю очень больно, конечно. Сделать, я не понимаю. Полить, что ли? А, точнее, может, полить что-то надо? Подожди. Возьмем еще бутылочку. Заходим сюда. Так, здорово, братуха. Нет? А если я сюда добавлю? По-любому не просто так эта фигня. Да, я выйду отсюда. И зайду. Нет, ничего не дает мне это. Братуха. Это боремся, а? Померну. Ну ладно, давайте полкон там полить, что ли. Сам западаешь. Опа. Что-то я не понимаю. Что-то я не могу понять, что мне тут надо сделать. Вода у меня есть. Подожди, а если я так поставил? Что так и стояло? А в окне на него посмотрю. Вообще не понимаю, что делать надо здесь. А зачем вода мне? Вот
сюда вода нужна? Нет, вряд ли. Нет, отсюда больше выходов нету. Отсюда больше выхода нету. Тебе надо палить, не? О, грибочек. Подожди, гриб. А, точняк. Сейчас грибочек, сейчас грибочек тут поставим и польем. Все, и можно тут прыгать. Здорово, братуха. И что, я иглу тебе взял, не? Ты меня не бойся, блин, ёб твою мать, а? Ладно, секунду. Делаем на походку. Да ёб твою мать, куда ты падаешь все? Так, здесь. Не знаю ничего. Ну ладно, погнали. Погнали, погнали, погнали. Все, теперь у нас игла какая-то есть. Вот тут нормально падает. Вот так и надо всегда делать. Так. А, свою кровь еще. Нет, никто не пойдет за мной, ну ладно. Загрузка. Наверное, в этой загрузке как раз и есть. Так, мы оказываемся у кого-то, да? Ну, я сюда не попаду. Ведьма меня поймала. Это хорошо. Ну а на этом, думаю, ночи закончу я. Коротенькую серию произошел. Торопиться я не буду. Потом следующую серию, может, скорее всего, подольше будет. Но игрушка интересная, но я знаю, что она коротенькая. На этом все. Увидимся в следующей серии других прохождений. Я думаю, всем понравится. Всем удачи и пока.